Вспомните сокомандника Владимира Зеленского, с которым он стал чемпионом высшей лиги КВН. Сегодня здесь проходит вечеринка, называется «Пост Сочи» у КВНщиков. Есть сочинский фестиваль, на котором они собираются каждый год. Там команды распределяют по лигам, то есть высшую, премьер-лигу, другие лиги. Вот. И Сочи, помимо того, что очень серьезное мероприятие, это еще очень крутая тусовка, где все КВНщики всего мира съезжаются вот в одно место. И сейчас здесь такая «Пост Сочи» тусовка для московских. Вот КВНщики перед тяжелым сезоном решили последний раз оторваться, потому что впереди высшая лига, премьерка, и нужно много готовиться. Сегодня вот будем смотреть эфир. Мы искали место, где можно собраться. В итоге пришли к тому, что пятница, суббота с клубами сложно договориться. Выбирали между четвергом и воскресеньем. Вспомнили, что воскресенье эфир, и решили, что многим будет интересно, прикольно всей большой этой дружной КВНовской семьей посмотреть конечный продукт, и вот собрались все здесь. Тут и были молодые КВНщики, не очень. Мы сейчас играли в игру «Вечерняя шляпа» называется. Она интеллектуальная, такая познавательная. Там были только КВНовские слова, только известные актеры, авторы КВН и около КВНовские люди. Вот. И практика показала, что очень много людей все-таки знает, помнит и хорошо разбирается в КВН. Это здорово. Очень много работы. Вот лично у меня было очень много работы, потому что это мой рабочий был фестиваль. Но и золотым сердцем. Из чистого чего? Золото! Как бы проходит 10 лет, 20 лет, и ничего не меняется. Всегда очень круто. Ну это не точно. Это точно. Это точно. Было все очень хорошо, но, к сожалению, это был очень рабочий Сочи, в отличие от того отдыха. Команда КВН «Кот Борис». Поем? 3-4. Вечерний кот Борис! В первую очередь для меня, как для участника команды КВН «Сборная Баку», он запомнился попаданием в высшую лигу, а уже остальное... 3 года подряд команда едет на музыкальный фестиваль, на самый престижный, наверное, наш турнир. И 3 года подряд хорошо выступает. Видимо, это неспроста. Видимо, что-то в этих ребятах есть. Поэтому я бы все-таки предоставил им шанс играть в высшей лиге. Эфир сочинского фестиваля – это наш не первый эфир на Первом канале. Мы до этого выступали на «Голосящем Кивине» 3 раза, на 3-й раз мы взяли «Малый Кивин Темным». До этого поиграли в премьер-лиге, дошли до полуфинала. Поэтому, как бы, для нас это не впервые. 11 марта в театре Российской армии мы будем выступать. Пожалуйста, приходите, болейте за нас. Мы будем очень рады каждому человеку, кто придет поддержать команду КВН «Сборная Баку». С любовью, из Сарагимов, «Сборная Баку». Любим вас!